Меня заставили довольно крупное состояние. Также потерял единственную дочь. Говорят, что от горя она бросилась к медиуму. А сама постоянно перестраивается по приказу безутешной вдовы, чей разум так же запутан, как и сам дом. Как она ребятня зовет ведьма. Хозяйка поместья безумно, в комнате мертвого мужа ночами так шумно, свои руки на себя наложил. Под звуки шагов засыпать не то сил, заклинания нарву как будто застыли. Она с ума сходит, родные в могиле, это самая плата за эти обряды. Она посидела в отсыле наряды, ох, лучше б не лезли темные описания. Говорят, постучалась боль, срочи страдания. Дикий, дикий, дикий страх, кто-то коли парил. Из проклятых стенах не простится во сна. На смерти приклада мочатся по нас. Дом старый, в нем история и странные звуки. Да придет ревне зло! Это проклятый дом, он сказал. Хороший дом. У нее когда-то была семья, муж и сын, но они погибли. Страшная смерть. Милые страшилки. Но это было не мило.